Привет! Вы на канале Принцессы Миланы. Сегодня мы будем распаковывать 4 посылки. Давайте начнем. Первая посылочка. Какие-то уши. Это, в общем, уши эльфа. В общем, вот такие уши эльфа. Я эльф с сережками. Откладываем наши уши эльфа в сторону и открываем следующую посылку. Что-то интересное и красивое. Так. Открываем. И достаем. Это, походу, это лента, а это цветы, которые именно на волосы для украшения. Это вот такие цветочки. И вот такие много роз. И какая-то розовая лента. А здесь пенопласт и дырочка. Отправим эту красоту на волосы в сторону. Открываем следующую полковочку. Кстати, после самая большая, мы потом, да, то есть наконец. Что-то красное. Я вижу. Я вижу. Еще летом. Вау. Это еще одни розы. Сейчас я достану розовые сети посылок. Они только отличаются, потому что здесь вот эти есть украшения, а вот здесь нет. А да, это вот розы красные. Фиолетовые. Голубые. Кстати, эти розы по одной штучке можно вот здесь их вязать. И еще они можно на подделку. Розовый. И белый. Напишите в комментариях, какие розы мне больше всего подошли. И теперь раскроем последнюю посылочку. Самую большую и интересную. Так, ладно. Там где-то. Ой, здесь тут цветные.
такой свинчик соленый, рукавички. Так, да. И здесь вот такие соли. И также мне подходит, в принципе. Ну, здесь коротковато, но все равно подходит. Ладно. Прикольные, кстати, наклейки. Здесь рожицы все эти веселые и задорные. Эти наклейки нам положили в подарок. Спасибо, китайцы! Сейчас я одену на этот клинячек на брата. Вот мы одели на брата. И это нам понадобится, когда он будет заслужить. Всем привет! Ставь лайк и подписывайся на мой канал. Ты еще увидишь много интересного. Всем пока. А я с ним заселусь.